На входе нас встречает коллекция настенных часов. Что-то здесь ребята снимают. Старинные мечи, наконечники стрел, небольшие ножи. Здесь какая-то керамика. Украшения. Черепица.
Внутри нет, нет никого. Здесь шлемы, щиты. Мечи, похоже, японские мечи здесь представлены. Да, что-то самурайское. Старинные двери здесь с резьбой. Кости мамонта, оленя здесь, здесь какой-то буйвол. Здесь древний человек, орудие труда, что ли.
наконечники. Здесь с помощью этих орудий, наверное, огонь вырабатывался. Здесь представлены украшения. Здесь керамика. Thank you.
Красота. Здесь какая-то колесная техника, сундук с сокровищами, штурвал, якоря, рында. А это чьи? Мундир это? Мундир чиновника переселенческого управления. Журнал «Приморский хозяин». Нагрудный знак Никольский, мещанский староста. Нагрудный знак волостной старшина. Нагрудный знак сельский староста. Так, билет крестьянина. Печать сургучина, помощник войскового землемера уссурийского казачьего войска. Печать сургучина, чиновник особых поручений переселенческого управления ЦЗ. Наградной знак сельский полицейский действий. Здесь 1905-1907, такой вот, как это называется, барельеф. Это, наверное, революционеры какие-то, 17-й год. Здесь представлена крестьянская одежда. Здесь крестьянский быт, прялка, стол, кувшин, самовар. Самовар, наверное, сверху сапогом это самое раскочегаривался. Барабаны. Что за барабан? А, тут просто предупреждение, что не трогать. В общем, какие-то барабаны здесь. Инструменты музыкальные. Что здесь? Горн, флейта, тарелки. Гонги музыкальные, туфли женские.
какие-то трубки, курильные какие-то трубки здесь. Что здесь? Трубка курильная. В общем, это трубки курильные 20-е годы. Наверное, на миллионке курили китайцы такие трубки. Двадцатые годы 20-го века. В общем. Пойдем дальше. Так, тут настенные таблички. Уличные таблички. Коллекция кирпичей. Все кирпичи промаркированы с печатями. Это деревянная конструкция. Фрагмент козырька жилого дома во Владивостоке по адресу Абрековская, дом 12. Thank you.
что-то непонятное. Развешаны динамики, из которых разными голосами что-то говорят. Хотя они по большей части подбиты мифом под названием «Сон». А те дианатерки – люди богатые, соболи и много У женщин иногда можно видеть серьги, имеющие более шаманов. А у тех шаманов различие – сыны миноземцев. Ну, это слово «сердец». Лыжи, снегоступы. Загородка какая-то. Что здесь? Скребок. Шкатулка. Шкатулка это вон та деревянная. Подставка для гарпуна вот эта беленькая. Лассо для ловли птиц. Вот это, наверное, посуда. Детали перегонного куба. Табакерка. Ложки, вилки. Это какой-то шовный инструмент. Это шахматная доска. Шахматная доска, городище Мангазея, Западная Сибирь. Бита, городище Мангазея, дерево.
за лестница? Для чего это? Здесь какая-то инсталляция современная. Это что такое? Что-то на древнеславянском, наверное. А здесь у нас советские мультфильмы. Пленка использовалась спустя какое-то время, реставрировать хорошо еще не умели. Было принято решение полностью этот мультик заново нарисовать и полностью его в 75-м году заново создать. То есть вот этот кадр 75-го года. Мультики, они есть, их можно найти и тот, и тот, а обе есть. Здесь что-то из пленок собрано. Снежная королева. Walt Disney рекомендовал смотреть его своим модификатором, потому что наши художники, наша модификация тоже уже начала развиваться, да, у него есть свои особенности. Вот он его рекомендовал своим, чтобы тоже отличился уже у нас человек. Да, смотри, и цветочек, и снежная
Давай, пусть так делаем.